Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы узнаете, что такое двухуровневая система аутентификации и как ее использовать. Итак, клиентам компании Amarkets доступна уникальная система входа в личный кабинет при помощи одноразовых паролей, которая позволит сделать процесс входа в личный кабинет максимально безопасным и является отличной альтернативой входу через SMS или QR-код. При входе в личный кабинет помимо основного пароля необходимо ввести одноразовый пароль, создаваемый в вашем мобильном приложении, которое заранее синхронизировано с личным кабинетом. Чтобы подключить возможность входа через одноразовый пароль, необходимо войти в личный кабинет в раздел «Профиль. Безопасность». Вы увидите список приложений, одно из которых необходимо установить на смартфон для создания одноразовых паролей. Важное преимущество в том, что для создания одноразовых паролей не требуется активного интернет-соединения. Необходимо нажать кнопку «Активировать», после чего на ваш почтовый ящик поступит письмо с QR-кодом. Затем вам необходимо скачать одно из трех приложений на ваш смартфон. Далее при открытии приложения необходимо сфотографировать QR-код из письма. После этого приложение будет ежеминутно обновлять пароли для входа в личный кабинет. Очень важный момент заключается в том, что в настройках времени и даты вашего смартфона должна быть установлена автоматическая синхронизация времени. То есть время должно быть установлено вами не вручную, а определяться автоматически. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!